А сами эти 20-ки с кем планируете общаться отдельно? Ну да, у нас там, я уже не помню, у нас там встреча запланирована с канцлером ФРГ, у нас там, ну, там много всяких встреч. Наблюдать отмечается, Серега, что с Ангелой Меркель у вас отношения стали более натянутыми, менее дружескими в последнее время. Вы замечали? Нет, я не замечал. Что это? Вы знаете, мы же руководствуемся интересами, а не личными симпатиями и антипатиями. Ну, раньше вы тоже руководствовались этими же интересами? Не раньше, а всегда. Всегда. Я имею в виду раньше, до того момента. И она тоже всегда интересами своей стороны руководствуется. И всякий другой руководитель страны, государства, правительства. Поэтому здесь я ничего такого существенного в характере наших отношений, изменений каких-то существенных, я не замечал.